воскресенье, 12:49. После домашних дел можно и поехать в лес. Погода сегодня чудесная. Сегодня солнечно, нету дождя и нету ветра, потому что мы с этим ветром жили уже не знаю сколько дней. И, в общем, ветер закончился. Слава Богу, теперь погода, знаете, налаживается. Эта неделя будет теплая, плюс 14 градусов будет. Поэтому мы отправляемся с Русланом в лес. Едем в лес, который наш, в 5 минутах езды. Находится он в Майдане. Это тот лес, куда мы обычно ездим все время собирать грибы. В общем, едем посмотреть, есть ли грибы, и погулять. Ну, может, пофотографироваться. Сейчас у кладбища, видите, какой ажиотаж. Все готовятся к... Готовятся к этим дням. Я не знаю, как по-польски правильно... Не знаю, как по-польски правильно называются эти дни, которые там 1 ноября, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, все заполонено автомобилями, все на могилках порядки наводят. В общем, смотрите, какая красивая осень. Боже мой, какая красивая осень. Ой, мама дорогая. Всем привет поближе. Хотела найти интересное место, чтобы фотографии сделать. Но что-то деревья все лысые, только на макушке вон там желтые. Поэтому я ж на дерево не полезу. Я, видите, даже штаны специально купила, между прочим, осенние. Ну, я вам показывала. И сейчас хотела пофотографироваться, но не удалось еще. Блин, вообще, смотри, я туда не пойду, блин. Да. Мне клеща хватило, я боялась 3 месяца пока. Блин. Короче, давай пофоткаемся и пойдем отсюда. Не хочу тут быть. Они же еще, блин, этот, цепляются к одежде-то. Прям сюда. Нет? Нет, не буду. Попробуем съемку 4К. Как видно. О, смотри, я нашла место. Давай, пойдем. Единственное дерево в лесу, молодое, которое еще листья не потеряло. Вон ветром. Видите, как дерево повалило. Другое вообще вон сломало. И иголок столько насыпало ветром. Просто вообще. Одни иголки. Вот так смотришь. Одни иголки. И вот эти грибы непонятные. А? Вот. Ой, деревья вон поваленные лежат. Один за другим. Один за другим. Ребята, бензин подорожал капец. Просто 6,05. 95-й. 98-й 6,39. А мы последний раз заправлялись 5,99 был. Да? 5,99. Беру камеру, а то он паркуется, а я тут со своим телефоном сижу. В общем... На сладости, то, что я заметила, в цене поднялось. На сладости, значит, и на топливо.